дорогие друзья, я Белугина Надежда, участница литературного клуба «Парус» города Георгиевска, Ставропольского края, член Российского союза писателей, лауреат международных фестивалей «Звезда Рождества» и «В стенах Серебряного века», дипломант Северокавказского окружного литературного конкурса «Дни поэзии на Северном Кавказе». Поздравляю вас с проведением международной акции «Живой Пушкин». Желаю вам удачного, благоприятного проведения этой акции и творческих успехов на литературном поприще. Я приветствую вас авторским стихотворением «Читай Пушкина». Как слог красив, как звучны фразы, опять захватывает дух. И лишь стихи читая, сразу поэта образ вижу вдруг. Цилиндр, в кудрях бакенбарды, подтянут, скор, в решениях крут. Слова острее алебарды, мгновенно цель свою найдут. Ах, Пушкин, знаю, не напрасно вздыхали дамы по ночам, ведь каждой рифмой прекрасной с тех пор ты греешь души нам. А как мила твоя Татьяна со строк с достоинством глядит, о чувствах трепетных, желаниях проникновенно говорит. Мне горы видятся Кавказа, цыганский табор у костра и терек так волною дразнит, как будто там ты был вчера. Спасибо, славный русский гений, что учишь нас страдать, любить сквозь вязь времен и поколений. В сердцах ты продолжаешь жить. Спасибо.